Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале у Светланы Лодисад. Ну, вот так выглядит картофельное поле на сегодня, на 27 августа. То есть в выходные мы выкопали весь картофель. Убрали ботву вот сюда. Сейчас маленечко подсохнет, подвялится и сожжем ее на костре. Урожай картофеля отменный, порадовал нас очень-очень-очень. И сейчас вам покажу. Дальше. Сажаем мы несколько сортов картофеля. Это Red Scarlet, это сорт Rocco, Scarp и Белороза. Сегодня мы копали картофель. Еще не весь, но пол огорода выкопали. Даже, можно сказать, большую часть огорода выкопали. Еще оставили на завтра. Ну, были комментарии, что я не так что-то проращиваю картофель. И я написала, что цыплят по осени считают. Вот посмотрите на наш урожай. Мелкой картошки нет вообще. Картофель очень-очень крупный. Очень. Просто я даже, например, такой не люблю. Люблю больше средний. Не знаешь, как отобрать на семена. Вот этот картофель супер-супер элита. Я покупала его в Аби и проращивала. А этот картофель супер элита. Я покупаю его всегда в природном земледелии. Каждый год одно ведро, чтобы обновить семенной материал. Тоже очень крупное. На семена здесь отобрать прям не знаю что. То есть, ну и наша, этот же сорт, наш картофель тоже ничем не отличается от супер-супер там элиты. Но у нас, наверное, вот репродукция 5-я или 6-я уже. Вот так. Red Scarlet картофель мы сегодня копали. Один сорт. Уже к нему привыкли. Очень хорошо рождается на нашем песке. И, в общем-то, урожаем мы очень довольны именно этим сортом. Завтра будем копать еще другие сорта, я вам покажу. А сегодня вот Red Scarlet. Вот здесь накопали 50 ведер картофеля. Но это еще не все. Завтра, думаю, что накопаем где-то ведер 25-30. Ну вот, по нашим подсчетам так. Ну и все. И мы счастливы, например. Ну вот второй день копки картофеля. Докопали мы свое поле. И сегодня мы накопали 34 ведра картофеля. Итого у нас результат 84 ведра. Посадили мы 8. То есть результат получился больше даже, чем 1 к 10. Ну вот, картошкой мы довольны. Это Red Scarlet. Такая же, как и вчера была. Вот картошка сорта Rocco. Она такая ярко-ярко-малиновая. Вот она в этом году, ну, можно сказать, что не очень. Вот еще сорт картофеля, кому интересно, называется Белая Роза. Плоская розовая картошка. Раньше когда-то ее там называли Северная Роза. По-разному ее в центре России выращивали, в Ленинградской области. Вот я тоже купила, уже, наверное, 3-й или 4-й год даже сажаю Белорозу. Она вот хорошо всегда урождается. Ну, мы ее садим одно ведро. И еще вот такой сорт белорусской картошки, который называется Скарп. Она вот такая бело-желтая, можно сказать. Тоже хорошо родится. Но мы ее в этом году полборозды только посадили. Вот, отберу на семена. То есть немножечко вот так вот все. Ну и вот так, бригада сегодня у меня нанята. Меня часто спрашивают, кого вы нанимаете для, в общем-то, для работ в саду. Вот нанимала сегодня мужа, 2 сына, 2 невестки и внук. Все были наняты мною. Я руководила и помогала, конечно, тоже. Ну и так вот самое главное, урожай по картофелю собран. Это самая главная культура в огороде. Погода отличная, мы его хорошенечко высушим, потому что картофель в этом году грязный. Сейчас шли такие ливни, почву промочила. Ну вот он хорошо подсохнет, земля отойдет. И сейчас уже будем убирать. Все остальные овощи буду собирать чуть позже. Самое главное, убран картофель.